В Брестском филиале Белпочта прошел ежегодный уже 24-й областной конкурс профессионального мастерства работников почтовой связи. В нем приняли участие 24 самых ярких представителя почтовых узлов из Бреста, Барановичи, Пинска и Березы. А соревнования эти проходили на базе Брестского государственного колледжа связи. Это событие стало еще более ярким, праздничным для всех присутствующих, ведь этот год – год 25-летия Брестского филиала республиканского унитарного предприятия почтовой связи Белпочта. 1150 работников которого изо дня в день работают как часы, стараясь выполнять свою работу как можно качественнее. Стоит отметить, что к своему юбилею предприятие определенно может похвастаться отличными результатами и успехами. Лучше стало развиваться предприятие, более глобально стали ставиться задачи именно для конкретного предприятия, для почтовой связи. Ну и понятно, вся эта работа не заставила себя ждать, потому что на сегодняшний день наши объекты все автоматизированы, используются очень серьезные глобальные программы, рабочие места стали требовать более квалифицированных работников. Теперь у нас будут работать специалисты по почтовой деятельности. А это говорит о том, что, конечно, почта идет в ногу со временем, развивается в целом и страна, и развивается наше предприятие. Конкурс был очень насыщенным. Это и концертная программа, представление домашних заданий почтовых узлов, музыкальные креативные визитки, которые, кстати, раскрыли еще и творческую сторону работников Белпочты. А также презентация какой-либо услуги, которая наиболее популярна у клиентов, по мнению самих конкурсантов. Была и теоретическая часть состязания, тестирование и практические задания. Самое главное, что все присутствующие здесь не зря. Они любят свою работу и с большим энтузиазмом подходят к таким мероприятиям, ведь это дает им многое. Это дает нам раскрыть себя, почувствовать себя в другой немножко, не знаю, стези, наверное, вот так. Не только сугубо о своей работе, но и творчески подойти к нашему конкурсу. Вообще это интересно. То есть любой конкурс – это какой-то азарт. Во-первых, это ваши профессиональные качества, которые можно проверить, посмотреть, на каком уровне ты по отношению к другим. Получить какой-то опыт. Подведение итогов было не менее ярким, чем сам конкурс. Во всех командах, во всех номинациях были объявлены победители. А вот общекомандное почетное первое место в этом году взял Брестский региональный почтовый узел. Это праздник сегодня, праздник мастерства, праздник эрудиции, творчества. Ну, за этим стоит, конечно, большой труд, ежедневный труд, который наши специалисты, начальники отделения связи ежедневно своим трудом доказывают, что они лучшие из лучших. То есть в Брестском филиале, в Брестском региональном узле почтовой связи работают лучшие работники. Я этим горжусь. Самое главное, что все присутствующие на конкурсе победили. Победили по жизни, ведь они определили для себя профессию, которой преданно служит десятилетиями. А ведь это так важно – найти себя в жизни, приносить пользу окружающим и при этом наслаждаться от каждого дня, невзирая ни на какие сложности. Я работаю на почте 14 лет. Пришла оператором связи, затем повышала свою квалификацию и была назначена специалистом, заместителем центрального отделения. И через 2 года я стала начальником центрального отделения Барановичи 9. На сегодняшний день 5 лет я работаю начальником. Большая часть моей жизни – это работа. И я благодарна родным за то, что они меня поддерживают и понимают, насколько для меня это важно. Алена Миневич, Эдуард Бокунович, Андрей Щерба, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.